приходом лета и долгожданной теплой погоды в городе-герое стартовал ежегодный проект «Кино под звездами». Он уже полюбился многим волгоградцам. Насладиться просмотром шедевров мирового кинематографа под открытым небом зрители смогут в парке «Комсомольский сад». Участником первого сеанса в открытом кинотеатре стала и Регина Федина. Кто из нас не любит смотреть фильмы? Можно пойти в кинотеатр, удобно устроиться перед телевизором или ноутбуком дома, но есть еще один вариант. Можно насладиться фильмом под открытым небом, на свежем воздухе, в кругу семьи или друзей. Открытые кинотеатры вновь обретают популярность. В Волгограде кино под звездами проводится не первый год. Для показа выбирают легкие и добрые фильмы. Их смогут оценить все, вне зависимости от возраста. Открыла сезон кино на траве забавная комедия «Уж кто бы говорил». Вторым фильмом стала французская романтическая история «Замуж за два дня». Пришли, да, приятно провести время. Так сказать, маленький пикничок организовали. Нам как бы все равно, какой будет фильм. Главное, что хорошо это провести время. Свежий воздух, бесплатно, весело провести время с друзьями. Тем более атмосфера такая, много людей, весело, кино. Ну, вообще билеты типа за деньги, а можно бесплатно прийти. Вот. Так. Но вы раньше ходили на такие мероприятия, уже не первый год устраивается кинотеатр под открытым небом. Первый. Ну и честно, если понравился формат такой, будете дальше ходить? Конечно. Конечно, будем. Интересно, весело. Да и фильмы, может, узнаем какие-нибудь. Перед началом показа кинокартин, пока солнце полностью не зашло за горизонт, зрители участвовали в интересных викторинах и наслаждались музыкальной программой. Авторские песни о светлом и добром, о любви к жизни исполнила Наиля Порубочая, обладатель титула «Серебряный голос Волгограда». Полумрак, прекрасная музыка, фонарики на телефонах – все это создавало волшебную атмосферу еще перед началом фильма. Любые мероприятия, которые направлены на повышение общего культурного уровня жителей, они несут и интересную нотку в жизнь вообще города Волгограда. И также это вообще возможность людям выйти в свет, скажем так, пообщаться. Чудесная погода и чудесные фильмы, чудесная компания. Посмотреть добрый фильм на свежем воздухе – отличный способ расслабиться после рабочего дня, собраться с друзьями, познакомиться с новыми людьми или устроить романтический вечер со своей второй половинкой. Чтобы собрать людей вместе, тем более, что это проходит абсолютно бесплатно, отличная возможность в романтической обстановке провести время с любимым человеком или с семьей, тем более, что возрастная категория у нас от нуля и до бесконечности. В день открытия сезона проекта «Кино под звездами» в Комсомольском саду собралось 200 человек. Принесли с собой пледы, вкусные перекусы, а самое главное – отличное настроение. Замечательные фильмы, замечательная атмосфера. Такое событие, на самом деле, даже где-то объединяющее людей, когда все могут собраться в центре города, расслабиться как дома, отдохнуть. Это классно. Классно провести время, может познакомиться с кем-то. В прошлом году тоже ходила достаточно часто, познакомилась тоже тут с людьми разными. Вот, и фильмы тут тоже интересные. Каждый летний четверг волгоградцы смогут наслаждаться просмотром кинокартин «Под звездным небом» в Комсомольском саду. Расписание можно найти на официальном сайте Центра спорта и культуры Центрального района Волгограда или в группе ВКонтакте. Регина Федина, Рубен Тальский. Время новостей.